Я приветствую всех. Меня зовут Алексей Кузнецов. Время обзора. Ну и к вам традиционная просьба поставить плюс, если все хорошо со звуком и с видео, чтобы я мог спокойно начать. Пока вы ставите свои плюсы, пока кто-то, может быть, еще не авторизовался, авторизуется, чтобы эти плюсы поставить, чтобы задавать вопросы в чате, я скажу, что второй день августа, затишье на рынках. В общем-то, все, скажем, приоритеты в основном определились в конце прошлого месяца, на прошлой неделе. Американский доллар в ближайшее время какой-то такой сильной, серьезной поддержки получать не будет, в связи с тем, что процентные ставки в этом году повышать, в общем, насколько я понял, по намекам никто не собирается. И, в общем-то, конечно, все будет оставаться примерно в равновесии. Поэтому на рынок будут влиять какие-то иные факторы. Скорее всего, это будут последствия Brexit в Великобритании. И основные события, скорее всего, сейчас будут разворачиваться, август и осень, вокруг событий в Европе. И, скажем, какие-то потрясения, которые в связи с этим будет переживать Европа, каким-то образом могут, наоборот, либо стимулировать вот эти развивающиеся рынки, да, и их валюты, либо, наоборот, скажем так, укрепить позиции американского доллара. Потому что, евро и британский фунт – это вот такое, скажем, противоположная чаша по отношению к американскому доллару. И когда, например, эти валютные вот это вот, пара вот этих валют, она ослабевает, американский доллар при этом укрепляется. Если наоборот эти валюты укрепляются, то американский доллар ослабевает. То есть, как чаша весов. Вот, то есть влияние тут значительное, потому что это самый крупный такой валютный блок, который влияет на общую ситуацию. Японская иена, безусловно, влияет. Безусловно, конечно же. Даже недооценивать глупо, но тем не менее, просто этот блок евро, он считается одним из самых таких мощных, самых крупных и самых торгуемых. Поэтому всегда события, которые так или иначе влияют на еврозону и на стоимость единой европейской валюты, всегда отражается на американском долларе. Потому что по американскому доллару тут каких-то таких принципиальных сдвигов, скорее всего, не будет. Какие-то сырьевые аспекты могут повлиять на, скажем, общую расстановку сил. Давайте смотреть, что сейчас происходит на рынках и куда все смещается. Одно только могу сказать, летом всегда на рынках затишье. Эта неделя сравнительно такая, тоже спокойная в плане макростатистики. В пятницу, в четверг будут данные по Великобритании. Сообщения Центрального банка Великобритании, а в пятницу будут данные по рынку труда США. Конечно, после того, как очередное пятое заседание Федрезерва прошло без изменений процентных ставок в этом году, то рассчитывать на то, что каким-то образом ситуация на рынке труда повлияет на что-то, это опрометчиво. Скорее всего, ничего там нового не будет. Какие-то движения, конечно, эмоциональные могут там произойти, как обычно это происходит. Но на самом деле может и ничего особенного не произойти. Такое тоже бывает, даже на новостях по НФП. Поэтому я думаю, что данная неделя будет достаточно спокойная. И вообще весь август, скорее всего, рынки будут находиться в так называемой диапазонной торговле. То есть никакого такого сильного направленного движения здесь, скорее всего, не будет. Технический анализ, тем не менее, это я сказал, общую картину, скажем, с точки зрения фундаментального состояния экономик разных стран, да, сейчас будем смотреть и оценивать техническую картину, то есть что от рынка ожидают и что планируют, те основные участники, которые влияют на ценовые движения. Переключаюсь на рабочий стол. Спасибо вам за ваши плюсы, вижу. Итак, давайте начну с пары евро-фунт, как всегда. В четырехчасовом формате я показывал, что была преодолена, уровень сопротивления, и цена достаточно вяло, но тем не менее шла вверх, достигнув, видите, уровня сопротивления, который до этого был поддержкой. И вот на этом уровне сейчас как раз уже, сегодня второй день, и пошла остановка. Видите, просто рынок остановился и все, ушел в такой
диапазон узкий. Теперь это все происходит еще в восходящем канале, и я так думаю, что при выходе из данного канала вниз, соответственно, при выходе из диапазона с одной стороны, при выходе из восходящего канала с другой стороны, можно будет поискать перестроение графика, и может быть даже какой-то тут цена может уйти в какой-то боковик, но какой-то может быть сегмент, вот может быть перестроение в нисходящем смысле, оно здесь какое-то будет. Сейчас пока даже намека на это нет, ну скажем как намеки есть, но нет самого сигнала. Поэтому вот я считаю, что только выход из данной консолидации, пробитие, то есть с закрытием свечи вот этой вот линии поддержки, будет означать, что все-таки цена может пойти здесь, ну, хоть сколько-то вниз. Я думаю, что в общем и целом здесь ничего такого принципиально не произойдет, и будет где-то болтанка вот примерно вот в этом диапазоне в течение там до конца лета. Где-то вот в этом диапазоне, может быть, она может уйти сюда, потом может пойти сюда. А в общем и целом тут может вот так возникнуть такой вот своеобразный, что-то похожее на флаг, и вот движение может быть вверх. Ну, это как бы нечто похожее на флаг. Я, слово флаг я тут особо даже и, наверное, не скажу, потому что для флага это вот эта вот часть древка, она, конечно же, все то, что здесь можно назвать флагом, она сбивает. Здесь запросто можно, знаете, какую штуку даже увидеть. Вот в плане волновом первая, вторая, вот это третья волна, вот это четвертая и вот такая, может быть, неудавшаяся пятая с выходом вниз, в общем-то. Может так, а может все-таки здесь сейчас вот так поболтаться, немножко она, вот так еще, и пойти вот куда-то сюда, в этот же район, и тогда вот эта пятая волна закончится примерно где-то здесь же, в окончании третьей волны. Ну, посмотрим, это надо ждать, надо смотреть, как будет дело происходить. Но вот все, что я сейчас, по крайней мере, вижу, в 4-часовом формате, вот это на стохастическом осцилляторе видно, видите, он уже показывает дивергенции, и есть вероятность нисходящего какого-то участка движения. А вот в часовом формате это хорошо видно, видите, по индикатору АО, потому что видно, что восходящая тенденция, хоть и такая, видите, очень раскачка здесь большая идет, как торможение, видите, она затухать начинает. Видите, уже идут дивергенции на индикаторе. И на осцилляторе стохастик тоже есть дивергенция. И на осцилляторе АО тоже есть дивергенция. Поэтому я все-таки ожидаю нисходящего движения в данный момент времени. Возможно, и не очень глубокого, но, по крайней мере, какое-то нисходящее движение. Например, вот на величину вот этого диапазона, то есть пунктов на 40, на 50, вполне цена может откатиться вниз. Евро-франк по-прежнему находится в диапазоне, и тут даже не о чем говорить. Евро-доллар. Вот по евро-доллару я вчера показывал, что есть вот такой вот треугольник. Такой немножко размытый, но тем не менее треугольник. И из него цена, видите, вышла. Очень, правда, вяло вышла. То есть совсем как-то никак уже к вечеру. Я такие сигналы обычно вечерние не принимаю. Но вот просто как сам факт она вышла. И действительно, видите, отработала все-таки весь диапазон треугольника. Вот эту вот всю высоту после пробития, видите, отработала сюда. То есть все прям точно совершенно. Если посмотреть на более мелкий формат, то есть, например, на 15-минутку, здесь не хватает еще последней самой волны. Вы смотрите, первая, вторая, вот это все третья, четвертая, какая-то пятая волна. Возможно, не глубокая, но какая-то здесь будет. И уже после этого где-то вот в этой точке поискать возможности входа вниз. Потому что вот, ну, каких-то таких вот с американским долларом, ну, коллизий таких серьезных, которые могли бы сказать, что там вот, там доллар будет ослабевать, их ведь и не произошло. Ничего, ну просто ставку не повышают. Ну, в общем-то, никто и не ждал повышения процентной ставки. Ну, там разговоры какие-то были. Это, опять же, не вдруг, и это не могло произойти на летнем заседании. Опять же, после Brexit было самое первое заседание, и тут вообще ждали вначале от США, что они чуть ли не смягчать будут кредитно-денежную политику. И опять будут вливать доллары в экономику. Но сейчас, видите, это тоже не произошло. Но сейчас и ставку не повышают, и ставку не понижают. И никаких стимулирующих мер тоже не принимают. То есть как бы ничего такого, как бы нового не произошло. С чего это доллар слабеть? А вот в Европе, конечно,
ну, мягко говоря, в связи с грядущими событиями развода и Великобритании и Евросоюза, конечно, давление-то на этот блок очень серьезное по-прежнему оказывается. Он то затихает, то опять начинает, значит, пылать сильнее. Ну и, в общем, сейчас такой какой-то чисто эмоциональный такой оптимизм. Вот он показал вот это восходящее все движение. Но, в общем-то, оно заканчивается. И весь оптимизм это заканчивается. Я так думаю, что сейчас еще немножко совсем. Тут, в общем-то, по большому счету, смотрите, треугольник-то вот дневной, ну, как бы вот он никуда не делся, он есть, смотрите, первая, вторая, третья, четвертая точка, выход вниз, чуть-чуть не доработала цель, ну, что болтается он внутри вот этой свечи, поболтается, перестанет, вот, видите, новый возврат к линии сопротивления, которая была поддержкой, вот вверх этой границы канала, ну, и, в общем-то, чего там, в общем-то, все. Может, конечно, теоретически полностью отработать вот этот двойной канал вверх от нисходящего. Может, как бы может, а почему нет? Но вот даже вот движение вот сюда, в этот район, не отменит ни треугольника, ничего. И более того, видно, что здесь как бы вот эта пятиволновка, она вполне может сейчас развернуть вот эту всю ситуацию. Так что вот здесь сейчас как бы вот первая, вторая, вот это третья, четвертая. И вот как бы здесь может быть пятая волна, внутри которой первая, вторая, вот третья. Вот сейчас четвертая идет, и вот еще последней пятой волны не хватает перед каким-то таким более там ощутимым разворотом вниз. Хотя для разворотов особых тоже как сильно тут повода-то нету. Видите, все происходит внутри бокового диапазона, крупного такого недельного формата. Все, что внутри диапазона, конечно же, оно, ну, сейчас мы видим уже с вами, что я просто поподробнее на этом остановлюсь. Вот видите, вот есть вот этот серый диапазон большой, я его отметил. Есть первое так, касание недельное, второе касание верхней границы диапазон, третье касание, четвертое касание здесь. И, в общем-то, все идет к тому, что сейчас вот от этой границы до нее коснулась цена, до верхней границы. Все начинается уже, видите, уже первая, вторая, третья есть. Вот сейчас какая-то четвертая, и вот еще движение вниз, оно ведь просится. Видите, да? А раз движение вниз просится, значит, оно и будет. Вопрос только, когда? Это же крупный график. Это график, я просто в днях показываю, но это недельного формата все. И видно, что вот эти все точки, они вот... И да, я думаю, что сейчас надо чуть-чуть подождать и уже искать точку на вход. Вот, все-таки нисходящее движение по паре евро-доллар, я считаю, более приоритетное, чем восходящее. Пускай оно сейчас и достаточно энергичное. Ну, какие-то эмоции, вот эмоции пройдут, и опять, в общем, все устаканится, как вы понимаете. Поэтому где-то здесь, вот в этом районе, я ожидаю, что все-таки разворот-то вниз должен произойти. Индекс доллара. Индекс доллара, смотрите, по-прежнему находится у уровня поддержки. Да, конечно, уже достаточно низковато, необычно низко опустился вниз. Но, тем не менее, пока еще не преодолел вот эту поддержку значения 95.33. Ну и это еще говорит о том, тут видите, еще и уровень поддержки есть такой достаточно сильный. Раз, два, смотрите, три точки есть. Где-то вот, ну даже вот 4, видите, с разных сторон вокруг него тут цена, тут и тут крутилась. И сейчас вокруг него вот опять же идет эта пляска. Посмотрим, как будет, но в общем и целом, конечно, я все-таки думаю, что американский доллар-то он как бы посильнее будет сейчас как бы по состоянию, чем другие валюты. Доллар-франк. В целом идет, видите, тоже боковой диапазон сейчас, ничего такого сильно нового не происходит. Здесь, видите, продолжается вот эта нисходящая волна, без всяких коррекций, без всего, просто ведь рухнула цена и все. Ну, доллар так рухнул по отношению к швейцарскому франку. Ну, да, есть такое дело. Есть такое дело. Ну, вот, как бы, в связи с тем, что это произошло одним движением, я здесь не вижу какого-то повода особенного для того, чтобы торговать. Потому что здесь уже, видите, вот уже такое ощущение, что вот туда упало все. И сейчас остатки движения, какие-то вот остаточные явления происходят. Видите, такие уже по чуть-чуть. И может при... Здесь надо искать, а знаете чего? Так, сейчас я покрупнее сделаю.
Так, вот я отстрою здесь канал. И вот, если будет пробитие вверх, а здесь будет пробитие сразу же. Сейчас я вот... Так. Вот, если будет пробитие вверх, здесь сразу будет пробитие, видите, и линии аллигатора, и границ канала нисходящего. Вот линия сопротивления может быть пробита. Вот на двойной канал вполне здесь можно сходить. Это 43 пункта. Тоже достаточно неплохо. И вот в общем контексте вероятности вот в евро-долларе снижения, в долларе-франке, как в зеркальной, может быть как раз рост. И вот этот рост можно будет попытаться тоже поймать, но только не раньше, чем пробьется вот эта верхняя граница нисходящего канала. Британский фунт так и ушел в боковик. Ничего здесь такого не происходит, что могло бы дать повод для торговли. Видите, тоже первая, вторая, третья, четвертая. Ну вот, может быть, перестроение движения вниз. Вот я считаю, что при пробитии уровня 1.3160, вот это вот, можно будет поймать как минимум вот это вот 90-пунктовое движение вот к синей линии. Потому что в общем и целом здесь тоже, видите, ситуация такая, что британский фунт, как бы там ни было, смотрит вниз по отношению к доллару. И я так думаю, что при выходе из данного диапазона особенно будет очевидно торговать его вниз. Вот. Ну а сейчас пока вот пробитие вот этого вот уровня, уровня 1.3160, можно будет отторговать вот до этой границы, а может быть даже, если что, оставить и ниже. Каких-то структур, которые дали бы повод, здесь пока я тоже не вижу. Может быть, даже 1.3170, вот этот вот уровень, если будет пробит, но тут тоже, ну, как бы 60-70, 10 пунктов разница. Все-таки 60, наверное, надежнее, вот это, когда значение пробьется вниз. Доллар-иена тоже, в общем-то, очень вяленько торгуется, по чуть-чуть. Видите, двигается вниз. Стояла-стояла, вот одной свечой раз, брык вниз, и опять, в общем, пока ничего не происходит. Я считаю, что в данном смысле, конечно, динамика вниз достаточно здесь сильная. Но, может быть и разворот в сторону американского доллара, хотя банк Японии не предпринял никаких смягчающих мер особенных, поэтому ведь иена-то и укрепляется. Ну, в общем, так, рассмотреть здесь вот такую структуру, первая, вторая, третья, четвертая, какая-то несколько необычная, ведь и за первую-то она вышла. Но, может быть, надо смотреть, как вот здесь будет цена себя вести. Может быть, опять повторное движение сюда с преодолением трендовой линии. Ничего, ведь сейчас сигналов никаких нет. Все, что я здесь могу увидеть, я могу увидеть вот такое вот нисходящее движение. Да, есть тенденция, но она достаточно вялая. И сейчас, видите, преодолен был очередной уровень поддержки. Но, видите, как преодолен одной свечой, и все, и сразу цена встала. Это тоже не очень хороший прогностический признак в плане нисходящего движения цены. И вот, видите, здесь дивергенция уже того и гляди образуется. Это все тоже говорит о том, что может быть какое-то восходящее движение. Поэтому я сейчас поискал бы здесь возможности, может быть, на мелком 15-минутном формате войти на покупки. Но опять же, преодолевается аллигатор, идет откат. И вот с отката, как раз вот при преодолении уровня, можно будет поискать вход на покупки. Австралийский доллар. Вот в австралийском долларе до сих пор, смотрите, вот нет, недельный формат, видите, у нас тут недельная линия сопротивления осталась. Может быть, в товарных валютах некоторый рост, а может, это в боковом движении так она и дойдет до этой линии. Видите, тоже затишье летнее, тоже здесь сейчас мы видим, что происходит какое-то чуть ли не боковое движение. Ну, тяготеет оно, конечно, быть, это движение все-таки восходящей тенденцией. Вот. И вот попытаться вот такую вот интересную штуку, может быть, попытаться построить.
вот такой вот треугольник, если вот надо смотреть, что он будет делать, цена будет делать вот на уровне сопротивления 0,7645. То есть она пробивает его, этот уровень сопротивления, значит, скорее всего, пробивает вот и эту зону сопротивления, вот эту вот серую. И, значит, тогда цена двигается вниз, и движение вверх, вернее, движение, видите, вверх, оно практически будет, оно тут потихонечку, так и подойдет к линии сопротивления недельного формата. Если цена сейчас оттолкнется от этого уровня и пойдет вниз, значит, можно будет работать при преодолении вот в дневном формате вот этой линии поддержки. То есть вот тоже вот такой вот своеобразный треугольник восходящий имеется. А он может работать как вверх, так и вниз. Сейчас как раз такая точка пройдена. Сейчас все вот раз, два, три, четыре точки сформированы. И может быть выход как вверх, так и вниз в равной степени. Видите, тут расширяющаяся была формация, зона неопределенности. Немножко прошли вверх. Видите, вот этот полностью весь диапазон прошли. Я показывал вчера. Ну и вот, по сути, в границах расширяющейся формации сейчас цена двигается. Ведь просто идет раскачка рынка. Но это еще пока тоже ни о чем не говорит. Я думаю, что здесь самым правильным будет работать при вот преодолении либо уровня сопротивления, либо линии поддержки. Тогда будет отчетливый сигнал действительно на то, что цена пойдет либо вверх, как бы отрабатывать вот эту вот недельную линию сопротивления, либо пойдет вниз. Опять же, только это будет понятно по взаимодействию с линиями поддержки и уровнем сопротивления. Новозеландский доллар также по-прежнему, зайдя вот в эту зону сопротивления, испытывает большое такое, вот видите, какое препятствие сильно, пытается и никак. По сути, здесь образовалась, смотрите, еще одна вот такая вот консолидация. Вот, образовалась консолидация. И мы смотрим, как болельщики пока, что с этим произойдет. Здесь вот такая интересная образовалась штука. То есть, видите, предыдущий уровень поддержки был преодолен, прокол, будем так говорить. Сейчас идет откат. И если вот после этого откат цена уйдет вниз, преодолеет уровень 0,6950 вниз, тогда, наверное, стоит ждать действительно падения и вот где-то на этот же диапазон. То есть сейчас, видите, все шло вверх. Видите, встретилось сопротивление, поболтало, цену потрясло немножко. И, как мы видим, образовалась такая вяленькая, но тем не менее, дивергенция. Сейчас, видите, чуть-чуть буквально заход вверх небольшой. И вот стохастик уже в верхней экстремальной зоне находится в дневного формата. В четырехчасовом, как мы видим, уже три раза цена там побывала, вернее, индикатор побывал в верхней экстремальной зоне. Поэтому, если сейчас будет преодолен вот этот вот диапазон, то можно будет уже торговать на продажу эту ситуацию. Вот здесь. Вот здесь, вот в часовом таком формате, видите, такой, что-то типа расширяющегося треугольника здесь получилось. Вот, кстати, можно это обозначить, потому что может быть, конечно, еще и восходящее движение. Давайте будем готовиться ко всему здесь, как бы там ни было. То есть, с одной стороны, мы имеем здесь вот такой расширяющийся треугольник. При пробитии вверх, вот этот весь диапазон в 66 пунктов, он может пройти вверх. Ну, собственно, почему бы и нет? Но если сейчас цена уйдет ниже вот этого вот уровня поддержки 0,7160, все, значит, тогда двигаемся вниз, треугольник считаем, что у нас не сбылся, и двигаемся вниз, двигаемся на продажу. Вот у нас ключевой уровень 0,7160. Так, а вот при преодолении вот этого вот 0,6955, здесь вообще вот эта вся зона
консолидации, откладываем ее вниз, и вот видите, получаем очень хороший профит на движение вниз. Более того, вот в этом во всем, в принципе, можно увидеть еще фигуру голова-плеч. Маленечко она, конечно, такая вот, но все-таки, вот видите, голова-то повыше будет, чем вот эта вот точка. Повыше. Немножко, но повыше. Смотрите, плечо, голова, плечо. Если будет движение вниз, вот, пожалуйста. Пожалуйста, голова, плечи, ну, с потенциалом движения вниз, вот, ну, вот на это же самое. Пожалуйста, хоть как зону консолидации, хоть как голову и плечи. Вот это можно будет воспринять. Пока это еще, вот видите, мы здесь находимся, и здесь сказать ничего нельзя. Только при преодолении уровня можно будет что-то сказать. Итак, в часовом формате мы можем войти при преодолении вот этих значений, которые я вам только что показал, а вот в дневном формате уже более глобальное движение будет при пробитии вот этого вот уровня 0, там 69, сколько там я сказал, 70 что ли. Вот. Дальше. Доллар, канадский доллар. Ну вот выйдя из треугольников вверх, обозначилось все-таки восходящее движение здесь сейчас в дневном формате, но одно дело обозначилось, другое дело пошло. То есть пока не пошло. Ну, лето, все очень вяло происходит. Ничего принципиального такого не происходит. Видите, ни по доллару не ясно, ни по Brexit не ясно ничего и так далее. Ну и вот, в общем-то, понятно, что только нефть припадает. Видите, как я говорил, смотрите, четко пункт в пункт, красота, да? Был дело, вот вам треугольник нарисовал, вот он отработал полностью. То есть вчерашний день полностью доработал цель. Вот. Вот она цель. 41.91. Ну и, так сказать, доработала цель по вот этому двойному каналу вниз от восходящего. Вот. Ну и в связи с этим, вот как бы канадский доллар тоже здесь такой, в некоторой болтанке находится. И может даже склонность вверх, короче говоря, есть. То есть в связи с вероятным ростом американского доллара может быть, так сказать, вот движение вверх по паре доллар-канадский доллар. Золото. Ну, тут я, видите, рисовал вам канал. Золото полностью отработало весь канал. Двойной верх от нисходящего. Вот, видите, полностью он взят. Полностью взято значение фигуры перевернутой головой плечи. 1351.83. Ну и сейчас новый виток восходящего движения, у которого пока конца еще не предвидится. Я так даже думаю, что может быть продолжение движения вплоть до уровня 1000, ну где-то может быть даже вплоть до, сейчас скажу, 1464-1465 долларов за одну тройскую унцию. Ну вот он, двойной канал есть. Вот он, пожалуйста, вам двойной канал. Есть он и есть. Вот обозначил. Вот, видите, осталось совсем немножко еще доработать. Ну, скорее всего, доработает. Ну, с золотом я всегда говорю, я не сильно много работаю. Так уж поглядываю на него только. Все, что здесь было, на самом деле, по золоту, смотрите. Вот. И сейчас эта консолидация пробита вверх. Вот видите, немножко цена еще не дошла. Чуть-чуть, но не дошла. И вот может быть такой небольшой рывок, после чего, я так думаю, что все равно будет какой-то фрагмент нисходящего движения. Может быть коррекционный чисто, но тем не менее, почему бы ему и не быть. Видите, пробили линию сопротивления по нисходящему каналу. Но все достаточно тоже. Видите, тут что тут возникает? Может быть, тут возникнет треугольник. Опять же, у нас есть, смотрите, уровень поддержки. Ну и пока вот линии сопротивления нет. Но я так позволю себе пофантазировать немножко, потому что этой точки не сформирована еще. Вот, может быть, линия сопротивления. И запросто может быть какое-то движение вот такое, там, с выходом сюда, может быть, вот на весь вот этот диапазон. А возможно и такое, с выходом вот сюда.
Так что вот, хоть так, хоть эдак, все может быть. Может этот треугольник еще перестроить. Я просто замечал, что при подходе к, видите, к важным линиям сопротивления там, или поддержки, цена очень часто уходит в треугольники. И вот этот треугольник здесь очень, очень даже может быть по российскому рублю. Так. Вопросы. Вчера открыл позицию по новозеландскому доллару на сейл. Учитывая сильное движение вверх, тейк-профит просто на 50% по вершине на H1. Давайте смотреть. А где тут двойная вершина на H1? Так. А, вот это вот. Ну тут видите, какая фигня была, Руслан. Согласен, двойная вершина здесь была просто однозначно. Видите, цена вышла обратно. Все, и смотрите, вот застрял. Вот был аварийный выход. Сейчас. Типичный, смотрите, вот уровень поддержки по двойной вершине. Цена, видите, вышла, сразу забежала. Еще упал. И смотрите, вот встала здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь свечей. Однозначно это был повод закрыться на уже вот где-то даже на половине вот этого вот расстояния. 4 бара не могут преодолеть один уровень. Все, надо закрываться. Вот здесь был аварийный выход из данной ситуации. В общем и целом, конечно, пара, конечно, смотрит вниз. Но вот сейчас такая ситуация, что чуть ли не там расширяющийся треугольник образовался. И вот теперь будет вот пробитие или не пробитие вот этого вот уровня сопротивления, будет как раз означать треугольник все-таки, это, либо это будет движение вниз такое, просто от этого уровня. По новозеландцу 0.7225 сильный уровень. Ну да, кто бы спорил. Кто бы спорил, сильный уровень, согласен. Вот он поэтому и пытается тут отскочить от него. Возможно, да. Но это любой сильный уровень преодолевается однажды. В этом тоже нет ничего нового. Поэтому вот смотрите, такая вот складывается ситуация. Я здесь пока комментировать что-то не берусь. Я только позволил себе пофантазировать. Потому что сейчас пока ситуация, ну, очень неопределенная, очень неясная. И в этой ситуации лучше подождать все-таки, пока случится что-то конкретное. То есть пробитие будет уровня или линия здесь. Опять же, по канадскому доллару смотрим. Началось сильное движение против американского доллара. Вот. Но это все, опять же, связано с отскоком по нефти с некоторым. Ничего такого принципиального нет. Дальше смотрим. Австралийский доллар тоже. Треугольник либо вверх пробьется, либо вниз. Надо быть внимательными. Доллар-иена. Здесь пока я вообще ничего не вижу такого путевого, что могло бы на что-то повлиять. Британский фунт пока находится в боковом диапазоне, тут искать, попросту говоря, нечего. Доллар-франк. Вот у доллара-франка тоже при пробитии линии сопротивления вверх может быть сигнал на двойной канал вверх от нисходящего. Но это опять же, если цена пойдет вверх. А если уж не пойдет, надо смотреть за тем, куда она пойдет. Ну, скорее всего, к уровню поддержки. Вот к этому 0.9635. Вот как бы повторит или обновит минимум. Тоже может быть. Евро-доллар. Ведь уже находится чуть ли не на излете. Надо смотреть на динамику свечей. Если хотя бы одно тело закроется ниже вот трех последних тел, вот тогда можно будет на это что-то реагировать. Так, евро-франк. Пока я исключаю из анализа, и еврофунт, вот тоже здесь так вот-вот-вот, прям вот, вот уже прям скоро может подразвернуться. По крайней мере, вот на этот диапазон вниз может пройти. Вот такой вот мой взгляд на текущее состояние рынков. Вот. Всем желаю хороших достижений торговых, хотя сейчас очень трудно торговать в связи с общей вот такой вялостью рынка, но кое-где чего-то можно нагоношить. Основные движения, скорее всего, начнутся с осени, с сентября месяца. А сейчас, если у вас есть возможность, посвятите время отдыху, посвятите время своим семьям и самим себе. Потому что, ну, на самом деле, торговля сейчас
она и в последнее время вообще сложная довольно-таки, учитывая, что ну, ликвидность на рынках низкая, отсутствует направление, только нервозность присутствует. А с осени все, как обычно, начинает поправляться и приобретает хоть какое-то направление. Но, кроме всего прочего, нет каких-то таких серьезных движущих факторов, которые направили бы цены в определенное русло и в определенном направлении. Вот. Ну что ж, с вами был Алексей Кузнецов. Жду вас на следующих семинарах. Напоминаю всем нижегородцам о том, что в субботу на этой неделе, 6 августа, состоится в торгово-промышленной палате на целый день бизнес-марафон, посвященный разбору текущей ситуации на рынках, разбору двух интереснейших торговых подходов, двух торговых систем. Приедет всем хорошо известный Тулеген Уразалиев со своим тренингом по очень интересной и популярной своей торговой стратегии, которая на сегодняшний день просто, он, как говорится, молодежным языком отжигает просто. Очень большое количество участников у этого движения, очень большое количество просмотров, очень большое количество сторонников этой системы торговли. Поэтому я всех нижегородцев и людей из области приглашаю на этот бизнес-марафон. Записывайтесь, звоните в офис, записывайтесь. Вход здесь бесплатный. Будет мой тренинг на тему, как взять у рынка большую часть тренда. Ну, конечно же, если тренд есть, да? Вот мы поговорим о том, о моей новой торговой стратегии, которую я обычно нигде о ней не рассказывал еще, но вот я вот на этом марафоне расскажу. И будет выступление нашей уже ставшей известной аналитика, это Анна Козырева. Она тоже расскажет свой взгляд на крупные масштабы графика, то есть она расскажет о среднесрочных и долгосрочных перспективах движения рынков. Она очень большая молодец, потому что ее прогнозы в огромном просто количестве случаев, в огромном проценте очень оказываются точными, правильными и оправдываются. Поэтому жду всех на этом марафоне. Ну, а сегодня мы с вами встретимся в 18:30 на занятии для более опытных трейдеров, который называется «Цикл семинаров для более опытных трейдеров». С вами был Алексей Кузнецов. До свидания. До встречи на следующих семинарах.